У Білгород-Дністровській музичній школі навчається більше 300 дітей. Бандура, скрипка, фортепіано, саксофон, баян, гітара. В їхніх руках ноти на папері оживають та пестять слух. Юні акерманці є лауреатами міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських конкурсів. Нагороди та медалі для колективів та ансамблів – це вже звична справа. І ось до новорічних свят вони підготували своїм близьким подарунок. В преддверии новогодних праздников, праздника Нового года, Рождества, в нашей музыкальной школе вот уже традиционно организовывается такой вот праздничный новогодний концерт, в котором мы стараемся задействовать самые яркие, самые вот концертные номера, и номера, вот которые вот как-то соответствуют новогодней тематике. И вот хотелось бы для наших детей, для их родителей, для зрителей, которые придут на сегодняшний концерт, уже порадовать вот сегодня таким вот новогодним настроением. Новорічні та різдвяні композиції лунали від ансамблю молодших класів «Бджілка». Сольний виступ подарували талановита акерманка Анастасія Бодарєва, Мирослав Поцелуєв, зразковий колектив «Віола», Олексій Кокшарів та інші. Чарівними звуками пролунала і всесвітньо відома композиція «Щедрик» Леонтовича та «Щедрий вечір, добрий вечір» у виконанні ансамблю бандуристів. По закінченню концерту з привітанням до акерманців звернулася керівник зразкового колективу «Віола». І «Віола» завжди починає, відкривати і закінчувати цей концерт. Обов'язково участвуємо, готуємо найінтересніші номера. Сьогодні ми виконували «Вічну любов» і сьогодні ми виконували «Танго» П'єццолли. Два произведения, которые были пропитаны любовью, мы считаем. И хотим эту любовь подарить и донести нашим зрителям, нашим слушателям. И хотим, чтобы Новый год для всей, для всего нашего города был хороший, положительный, позитивный, любвеобильный. Чтобы все люди, о чем мечтают многие долгие годы, чтобы в этом году все получили. Своему коллективу желаю процветания. В следующем году у нас будет юбилей, нам будет 35 лет, к чему мы готовимся. Со всеми детками мы поздравляем всех горожан, поздравляем всех с праздником, с наступающим 2019 годом. Поздравляем! 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 Чтоб всегда в этом зале звучала только положительная музыка, чтоб всегда были только положительные эмоции и улыбки, и чтоб всегда над нашими детками было мирное небо, чтобы они всегда радовались, чтобы они добились своей жизни успехов. Все, что им хочется, чтобы они всегда себе загадывали желания, особенно в эту новогоднюю сказочную ночь, и чтобы всегда все у них получалось, исполнялось. Удачи им, легкого пути и всего самого-самого доброго. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.